Свое уникальное мастерство кокшетаутсам продемонстрировал мастер спорта международного класса, кавалер знака «Намаз» имени Боржана Момышева Темир Сапатаев. Культурно-спортивное мероприятие «Наурыз Шапахаты», организованное по случаю праздника Кюрюсукуны, произвело значительное впечатление на публику. Темир Сапатаев, известный в народе как универсальный спортсмен, является известным рекордсменом, который может протащить 25 тонн до 20 метров. Борец пропагандирует казахские национальные виды спорта во всех регионах страны и призывает молодежь вести здоровый образ жизни. У нас есть собственный авторский проект – конкурс «Талагайских великанов», который проходит в разных уголках Казахстана. Мы специально привезли его сюда. Цель – обучить тысячи казахских батыров. Из сел, областей, простые казахские дети. Конечно, есть футбол, хоккей, волейбол, но в стране также должен развиваться и казахский спорт. На культурно-спортивном празднике также выступил тренер спортивного клуба для лиц с инвалидностью «Мерген» Ерсана Хапаров. В настоящее время тренер всеми силами старается повысить интерес подрастающего поколения к борьбе. К слову, ученик тренера Алдияр Балташ завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе на сурдолимпийских играх в Бразилии. В настоящее время мы открыли секции борьбы в 6 школах и работаем над ними, в которых мы будем обучать наших маленьких детей борьбе и воспитывать борцов. Хаджмухан, Балуан Шолак. Мы хотели бы видеть таких людей, которые станут легендами. Люди, пришедшие посмотреть на выступление параспортсменов, наблюдали и за казахскими национальными играми. Юные акмолинцы соревновались в бесасык, асакату и казак-курисы. Василий Павлиди, Анель Рахимжан, Медет Кайркенов, Кукшиакпарат.